Скажи мне честно, за эти наклейки сколько тебе заплатили? А сколько тебе заплатили? За одну наклейку 2 миллиона рублей. Ты врешь. За эту наклейку 1 миллион рублей. И в итоге получилось 10 миллионов рублей. Типа ты меня подкалываешь? Смотри, я... Не надо ее сдирать. Не, я не хочу, чтобы ты... Смотри сюда. Хочу, не хочу. А, не получается, да, содрать? Слишком грамотно. Смотри. Смотри, машину мою трогать не нужно. Ты что делаешь? Это что за детский сад сейчас пошел с твоей стороны? Не, смотри. Иди вон туда, к своей машине. Не, смотри. Смотри. Ты приехал сюда сделать гонку или в итоге заработать этого? Я пришел заработать сюда. Самый бомбовый энергетик, Lit Energy. Пейте. Слушай, убери это. Убери это. Убери это. Убери ты зачем? Это. Убери это. Не делай на меня. Убери это, я не хочу этого. Убери его. Ахмед, зря ты это сделал. Ахмед, не веди себя так. Как понять, не ведите у меня сорта? Зачем ее? Ахмед, не веди себя так. Я тебе серьезно говорю, брат. Я тебе даю слово чисто из уважения к тебе, что ты мой гость, брат. Зачем ты так себя? Просто убери этот напиток. Как понять, зачем? Я его пью. Я не хочу, Ахмед. Я не хочу, чтобы ты его рекламировал. Понять, ты не я хочешь... не хочу, Ахмед. Я не хочу, чтобы ты мою машину снимал. Убери этот энергию, я сейчас нормально по-братски убер... я нормально смотри, тебя попрошу. Ты меня нормально не попросил. Ахмед, нормально, я тебя попросил, не так нормально. Нормально не так просят. Убери это. Нормально не так просят. Ты можешь его убрать на это? Нормально не так просят. Зачем это делать? Типа это круто, что ты облил мою машину Lit Energy. Починить по-любому придется. Хочешь ты этого, я не тебе, хочешь. Я тебе даю слово, я его не починю. Ты его починишь. Как мужчина даю слово? Ты как до конца пойдешь теперь, а? Я тебе говорю, я не починю его. Если завтрашний день ты умрешь, конечно, ты не починишь. Я тебе прощу это. Но пока ты живой, угу, ты должен будешь ее починить. Я тебе не починю его, теперь говорю. Ты вот так со мной тоже не общайся. Ты меня зачем вот так вот толкаешь? Ты зачем меня трогаешь? Я тебя не трогал. Я его не починю. Не починишь? Не починю. Ты что делаешь? Ахмед, зачем ты это делаешь? Меня оставь! Меня отпусти! Зачем ты это делаешь, Ахмед? Меня отпусти. Вот сейчас я тоже не починю. Ведешь себя, честно сказать, очень некрасиво. Ты даже его сломать не сможешь. Типа это круто? Что он делает? Ахмед, зачем ты это сделал? Заставь меня починить. А? Заставь меня починить. Мне это не нужно, и я не, тебе... Не, вот я тебе не починю, я вот тебе ее сломал, испортил. Ахмед, я тебе так скажу, это вообще не проблема. Я сейчас вторую тоже сломаю. Ахмед, слушай. Его сломать ты не проблема, я его сам починю. Зачем ты это сделал? Чтоб ты починил. Слушай, это очень некрасиво с твоей стороны. Серьезно? Да, ты будешь говорить о том, ты что знаешь, некрасиво? Что? Ты будешь говорить о том, что некрасиво? Ты решил, поняв... Я решил, да. Да, ты понял, что я чинить не буду, и ты решил мою цеешку сломать, верно? Да. То есть ты таким образом решил мне отомстить. Какие-то последствия, какие-то последствия будут, Ахмед? Стой. Ахмед, какие-то последствия будут после этого, а? Ты думаешь, я тебе вот это сломал, и все, ты отделался, и ты это чинить не будешь? Я чинить не буду. Смотри, я чинить сейчас с тобой это обсуждать не буду. Uh-huh. Хорошо? Uh-huh. Я не буду с тобой это обсуждать. Uh-huh. Все, закрой тему. Uh-huh. Когда гонка завершится, когда отснимешь свой выпуск, похайпуешь, тогда мы с тобой решим этот момент. Uh-huh. Точно так же, как в прошлый раз после ролика мы поговорили с тобой. Поговорили? Uh-huh. Вот точно так же сейчас поговорим. Ты любишь именно на камеру поднимать эту тему. Я не буду чинить, чтобы выводить меня на эмоции. Mm-hmm. И чтобы себе просмотры поднимать. Mm-hmm. Больше я тебе такую возможность не даю. Mm-hmm. Все, тема закрыта, я ее не обсуждаю. Mm-hmm. Mm-hmm. То, что ты разбил, как ты думаешь, твои подписчики скажут, что ты молодец? Слушай, я не гонюсь за тем, чтобы мне сказали, то, что я молодец. Я такой, какой я есть. Ты повел себя очень некрасиво. Ты на камеру... Себя показываешь, какой ты крутой. Меня трогать не нужно. Слушай, я не... Не. Хорошо. Да, ты, да.
все, ребят. Надеюсь, я заберу. Что-то тепло стало на улице. Я думаю, так нормально. Вот это ожидание я как не люблю. Да, тошноты как будто бы плохо. Да тихо, тихо, смотри. Рестарт функция невозможна. Смотреть руководство. Или смотрите руководство, я не могу понять. Рестарт. Функция невозможна. Я сделал круг, я перезагрузил машину. Смеля. Ой! Уехал. Просто тупанул со стартом. С ним разговаривать не хочу.